Выразить свою гражданскую позицию на участок номер 5060 в школе номер 102 пришел председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и дорогам Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. Свой голос он отдал одним из первых, опустил бюллетень в урну почти сразу после открытия участка. Всегда хожу, всегда первым стараюсь прийти. Почему? Потому что я понимаю, что от того, как я проголосую, во многом будет зависеть дальнейшее развитие и страны, и в том числе и нашей Самарской области. Поэтому я и пришел на голосование, на выборы, для того, чтобы подтвердить свое участие и свою готовность участвовать в дальнейшем развитии Самарской области.